мальчики, привет всем. Богдан, иди сюда. Первый раз. Значит, у меня Света в гостях. Это нет, даже не она у меня в гостях, а мы все в гостях. В той же модели. Как модель называется у нас? Лайла. Лайла. Вот Богдан, это сын Светы. Это Света. Они приехали из Огайо посмотреть тоже дома. Мы ходим по моделям. Света, как тебе пока? Нравится все? Мне это первая модель, вот из тех, что пока я начала смотреть, это самое мне больше нравится. Да. И комнат больше, и дизайн, как бы, ну так все. Будем еще смотреть, конечно. Да. Света, она у нас из Украины, из города Харьков. Харькову привет. Харьков, стой на месте, никуда. Да. И, короче говоря, вот мы сейчас в этой модели, где мы отмечали с Андреем и с Аленой, та модель, которую выбрали они. Вот я не знаю, что выберет Светлана, но что ты там хочешь выбрать? Посмотрим, да. Это не так просто, это не машину покупать. Это очень серьезный подход ко всему. Все нужно анализировать, взвешивать. Да. Да. Я наконец-то встретилась с Наташей, потому что я все время смотрела только в Ютубе, а сейчас это наяву. И практически все то, что она показывала, это правда. И просто смотришь своими глазами. Вот. А я хочу передать привет твоей маме. Да, мамочка, привет. Я встретилась с Наташей. Да. Ты смотришь все ее ролики, я тебя подключила. Мамочка в Харькове. Да, поэтому, конечно, лучше, когда ты будешь здесь с нами. Дай Бог, чтобы так Бог дал. Ну и, конечно, пусть все наши мечты сбудутся. Я вам хочу сказать маме, что выбирает комнату для вас тоже, поэтому обязательно все будет классно. А вот Винсент у меня. Все, работаем дальше. И Винсентом тоже встретились, это тоже главное. Итак, вот смотрите, помните? Алена с Андреем, вы помните, как мы тут с вами отмечали? Вот теперь тут Света у нас стоит. Да. Красавица. Так что я уже в этом комьюнити прям все пороги обила, можно сказать. Все тут уже мне знакомо, меня тут все узнают. Ну и муж тут при мне сидит, отдыхает. Да, 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 да. Так, ну что, идем. Идем в модель Мэдисон. Еще раз хочу показать. Уже раз, как говорится, видео снимаем, так тоже очень шикарная модель, кстати. Вот у нас Андрей с Аленой думали или Мэдисон, или Лайлу взять. И вот они все-таки выбрали Лайлу. Здесь, смотри, как красиво тоже офис. И вот мне очень нравится здесь кухня, конечно, тоже очень шикарно. Да, кухня. У нас вот эта Мэдисон, она тоже и в Диленде есть. Я все время на нее ходила и любовалась. Да. Каждый раз сюда захожу, и каждый раз я любуюсь. Вот каждый раз. Но бассейн тоже красиво, конечно, да. Это типа что, хот-таб, что ли? Да, там джакузи. И это вот большая такая комната, она сделана extended. Что, видишь, она какая? Это уже увеличенная комната. Да, очень классно. Душ. Вот душ широкий здесь очень. Я показывала это 100 раз. Побольше. Да, я и говорю, комната здесь это увеличена, побольше, да. Комната, объем. Да. И душ, по-моему, пошире. А может нет, а может такой же. Маленький. Да. Небольшой. Да, вот очень нравится. Света, как тебе эта кухня? Вот это мне нравится. Вот. А вот это... Вот. Алена. А? Вот что? Это экстра. Конечно, это все экстра, да, конечно. А, и вот это... Вот, это да. Вот я тебе говорила, да, дугой. Вот, да, вот они и такую вот заказали. Я уже поняла, это очень хорошо. Мы раньше не знали, не понимали, для чего это. Вода, оказывается, чтобы кастрюлю тяжелую не таскать. Не таскать. Вы кастрюлю поставили, налил воду. Ну, на сковородку добавили. Да. Да, да, посмотри. Да, да. Есть разница. Вот, смотри, какая прелесть. Да, это хорошая. Да. Глубокая, да? Вот у Алены с Андреем такая, да. Там. И повеселись, тоже не надо селить эти. Все, прекрасно. И вот ящички, видишь, вот эти ящички наверху, они для вида. Поставила тарелочки, они не функциональные. Если их не будет, эти ящики. Ну и что, не будет. Как это сделать? Ну, будет просто здесь плинтус поверху и все. Плинтус. Поверху идет плинтус, вместо ящичков идет вот так. Это, вот это, который в карнизе, плинтус, да? Ну, здесь этого плинтуса нет. Вот, вот тут. Но почти нет. Да, он будет выступать вот так вот. Ну, вот, то да. Надо видеть, да. А эти ящички, они чисто... Можно посмотреть, как оно будет выглядеть? Да, чисто, чисто для красоты. Ага, все. Микроволновка здесь. А, вот оно здесь. Ага. Да. Ой, какое зеркало шикарное, блин. Посмотреться хоть. На, какое зеркальце. Здесь нету, но здесь вообще делают второй этаж. Просто модели они не сделали, да. Вопрос. Да. Вот
Да. Вот где заканчивается стена. Да. Да, да, такая территория. В этом доме. Опять же, смотри, вот эта же плитка, вот этот дом, где стена, это входит уже в стоимость дома. Это экстендед. А то, что сзади, то будет земля. Правильно? Да, но это экстендед. То есть смотри, вот эта комната, она больше, чем, помнишь, мы с тобой заходили? Она увеличена. Да, я вижу. Ты тогда пока... И там тоже увеличена. Ну, конечно, значит, да. Это стена. Да. Вообще супер. Да. Вообще балдеть. Света говорит, господи, в Америке это все считается такой люкс. Она говорит, у нас в Украине, говорит, вот это все ничего. Она говорит, вот это в Украине, у меня, говорит, уже давно было все сделано. Да. Поэтому... А здесь это вот как бы люкс а такой считается. Сильно, да. Света, она, конечно, тут говорит, ой, вот это у меня есть, вот это у меня было уже давно, вот это я уже давно построила. Такая это прям... Вот это же пентри, это же эти шкафчики тоже входят в стандарт. Туда, да, конечно. Ходит. Нет, шкафчики нет. Шкафчики будут просто полочки такие эти. А будешь шкафчики, то вот так все. Да, ты можешь заказать отдельно, да. Понятно. А если... В этой комнате нет ничего стандартного, кроме того, что нет на потолке плинтусов. Все, вот все тут ничего стандартного нет. Выбираешь сам эти ручки. Вот эти кухни, они, по-моему, 6 или 7 уровня вообще вот эти вот. Белые, прозрачные. Вообще белый цвет начинается с 5 уровня. Что, выше уровень, как бы, да? Выше, дороже, то есть, да. Мне нравятся вот эти ящики, что вот так прямо вон. Да. А вот, кстати, ящики все вот такие, как ты говоришь. Мне очень нравится. Да. Тут и ящики все выдвигающиеся. Это так вот так есть, видишь, где вот эти полосы? Даже не знаю. Ну, когда ты будешь смотреть, если ты будешь смотреть и принимать. И... Ну, конечно, да, нет. Да, значит, это не то, что можно такую поставить, и да. Им выгодно продать. А модели продают уже в последнюю очередь, модели продаются, да. Так, как они есть, но они очень дорогие. Они очень дорогие, эти модели, да. Ну да, тут же считается все, что... Тут напичкано, да, вообще. Да, да. Вот эта головка, а вот эта головка здесь не совсем удобно поставлена по высоте. Угу. Ну, опять же, но ты будешь... Не комфортно, но данная комбинация. Она же будет на уровне, да. Класса. Да, микроволновка, да. Вот обычно... Ну, ты можешь говорить удобно. Смотри, ты можешь делать, допустим, духовку туда, а микроволновку сюда поставить. Да. Зачем тебе две духовки? Скажи, правильно? Если она большая, то две духовки. Да, это две духовки. Ну, уже тебе две духовки. Поэтому тебе сделают в любом случае микроволновку и духовку. Ты выберешь, какую ты хочешь микроволновку, и поставишь, и да. Все здесь. Да-да-да. Мы зашли в комнату Николь. Ой, в комнату, говорю, в дом. В Николь. Уж мне очень нравится Николь вот это. И вот как раз в этой Николь мы тогда и увидели с Винсентом кухню. Смотри, как красиво смотрится, Света. Темная кухня, белая столешница. Очень. Вот Андрей с Аленой, вот они выбрали вот такое. Это просто. Да. И шкафы темные. Да. Именно вот такую белая столешница у них такая же и темная кухня. Mm-hmm. Очень красиво и смотрится таким пятном среди вот этого всего светлого-светлого. И вдруг такая кухня стильная. Нет, просто. Я... Вот смотри, видишь эти... О, вот так, Наташа, видишь, как будет? Эти плинтуса, видишь, плинтуса, наверху? Не до потолка. Ну, да. Вы так они сделали. Да, да, да. Это мне нравится. Да, просто у них сделаны плинтуса без верхних ящиков. Поняла, да? То есть верхних ящиков нет, и у них плинтусами. Сэкономили деньги, и этого достаточно. Конечно. Ну сколько я с чего буду ставить? Если конечно. Если в Украине меньше их хватало, то... Конечно, достаточно. Так, да. Система, раз, и еще у них вот тут вот waterfall. У меня стекло здесь. Вот, да. Скала называется. Так, классно. И вот это же не опустили, то что... Да, угу. Waterfall, да. Как водопад он называется, да. Водопад. Я единственное, что мысли так, вот здесь полочка, а я бы поставила там... Ну ты... Логично, винный, как говорится, этот холодильник, стоит или не стоит? Да, ну я не знаю, это уж смотри, как винный холодильник. Что, мне знаешь, как это на полу? А винный второй... холодильник можно и там поставить где-то, где внутри, вот в пантри. Так оно будет место занимать. Я не хочу, чтобы холодильник, знаешь, стояла, хочу, чтобы встроено, это же место. Ну как, он тоже может быть встроен там. А, здесь? Да. Ага. Но если это хватает, все поставить, ну, то да. Да-да-да, это надо все продумать. Смотри, какая прелесть это. Это вообще... Вот ты да, посмотри. Да, но они же вот это же опустили, и половинку, это столешница, правильно? Да, да, да. Смотрите, какая прелесть. Слушай, мне нравится. Я балдею здесь, конечно. Конечно, что там говорить, очень красивый вид. Вот такой бассейн стоит 1180, не меньше. Это очень нестандартный бассейн, это очень красивый бассейн. Кто-то когда-то купит эту модель вместе с этим бассейном. Второго этажа тут нет, да? По-моему, есть. Посмотри, я не помню. У каждой модели может быть подстроена комната бонусная, да? И because this
есть? Если ее нет в модели, то есть, да? Ну вот. Это именно та комната, где можно отдохнуть, попить кофе. Вместо гаража здесь сделали они, видите, и даже на дверях написано, типа, отдохните, зарядите свои телефоны. Вот, и здесь вот вместо гаража, пожалуйста, вам. Все для людей. Это очень классно, конечно. Вот, пожалуйста, вам. Сиди, отдыхай. Все, тут прохладный воздух. Ты можешь переговорить все, что ты видел. По чашечку кофе. Приходишь сюда с утра, торопиться тебе некуда. Но мы сегодня еще в одну комьюнити поедем, поэтому нам... Ну что, Богдан, что там на втором этаже понравилось? Второй этаж нет. Нет, да? Потому что там нету ни ванны. А, ну все, там просто комната, просто, да? Комната. Для бильярда. Не знаю, как ну да. Сколько здесь комнат? Здесь она трех. Комната, но там нету ни ванны, ни туалета и нету кладов. Но здесь три спальни. Подожди, три спальни, Здесь можно сделать офис стеклянный. Можно, да. Да. Здесь три спальни. Вот. Одна, вторая для бабушки, для дедушки, как ты говорила, да? Подожди, четыре можно? Нет, да, три. Да, это а вот. Ехала, но да. Вот тут вот четвертая, если. Ну там не спальня даже, подожди, там просто комната. Здесь одна комната, вторая. Да. Да, и третья мастер-бедрум. Короче, я должна знать точно, едут они или нет. Если они да. не едут, то мы тогда знаем, сколько нам надо. В любом случае, приедут или нет, места вам хватит. Для гостей одного куда, а вот да. Наташа, я тебе скажу, что из вот Лейлы, я сразу с Лейлой иду, вот да. Ага. Это второй, который мне понравился. Второй, да? Да. Угу. Меня все устраивает, вот этот дайнинг-рум, вот эта комната, ага. где офис надо все равно, вот этот небольшой ливинг-рум, это все да. очень прекрасно. И кухня там, где что, ну, ты же как убираешь, это просто прелесть. Угу. И цвет подобный, вот я люблю такие, все полутона люблю, спокойные, да. спальные люблю тона. Вот. И смотри, Наташенька, я хочу спросить тебя, смотри. Тогда я хочу спальня и там... Лапы. Ага, лапы. Окей. Ой, Наташа, скажи мне, пожалуйста. Что? Ну, понятно, что это все вред. Да. Это мы самим потом-то не ставим. Вот до сюда это все не да. делать, это такое все... Это все... Basic, как бы. Да, exactly. Все, что это за, все basic. Это уже твоя земля. Да, ты можешь заказать также стену. То есть стена не входит. Стена, которая правит, стена, где стоит гриль. Она не входит, то есть без стены. Если ты хочешь стену, это уже апгрейд. Я считаю, что это уже потом, это не так будет дорого стоить, как хотите, это, да. да. Сейчас, оно мне сейчас не горит, если да, я там да, больше, да. кажется, мне за того со временем, все потом. Вот еще какая комиссия придет, так? Да. Мне все, вот такой цвет у них будет, наверное, коричневый, да? Да. Вот это подашь, мне нравится цвет. Ну, если вам нравится испанский стиль, то, конечно, больше подходит именно вот этот. Вот это мне все нравится. Да. Ты видишь, какая здесь столешница большая? А знаешь, почему мне нравится это? Я уже, у меня есть клиент, который ничего страшного, как теперь широкая. Да. Я здесь вытерла и здесь. Но зато у меня сидят гости, они вот здесь свои тарелки, потому что мне не брызгают от воды. Да. Я только здесь. И это я хочу нравится. Сказать, у Светы своя компания, клининг компания. Она очень... Сколько хоть ты домов в день-то убираешь? 4-5 домов. 4-5 домов. Поэтому она такая, как лань, стройная. И, да, значит, это самое главное. И она в Кливленд живет, Кливленд Огайо, yes. да, и я вам дам ссылочку на ее компанию, если вам нужна уборка там или что-то дать. Да, конечно. Все, все тогда надо дать. И во Флориде мы да. будем развиваться. И во Флориде будут развиваться, да. Даже Богдан ей помогает. Конечно. Молодец какой вообще. Вот, все мне понравилось здесь. Да. А сколько он стоит такой дом? А вот у него есть бумажка. У нас все, документы есть. Сколько? 522. Угу. Ну вот 2300, это без второго этажа, 2700 со вторым этажом. Угу. Да. Так, вот модель идем Page называется, да, я показывала ее в прошлый раз. И мы даже ездили в дом, который уже построен. Ну, построен он, там было 700 тысяч он был, потому что в него много что входило. А этот Basic, то есть не модель Basic, а именно Basic модель, Пейдж. Сколько стоит, посмотри? Пейдж 550. Да. 550 это basic, если вы ничего не будете добавлять. То есть вы купите стены, потолки, окна. Вот. Здесь, конечно, все такое апгрейд, вся эта плитка до потолка, все это тут сделано. Но это оно стоит этого. Да, конечно. Плинды, я тебе сказала, уже все это стоит. Это стоит, если да. тебе так очень не хочется, конечно. Так, смотри, вот тут тоже какая хорошая комнатка сделана. Да, ну это если... Это много для офиса. А кто да. будет сидеть отдыхать? То есть мне как-то
Да. Вот смотри, черная кухня очень красиво тоже вот, смотрится. Видишь, что Жити сейчас сказала? Да. Можно такой сделать подлиннее. Очень красиво. Меньше, да, да, вот очень красиво. Это вообще, да. Да, смотри, у них даже вытяжка. Вот такая планочка будет. А ты заметила, вытяжка прям закрыта за дверцами. Эта да, вытяжка. Но она куда выходит? Туда же так же и выходит, просто она закрыта. А куда она выходит? Вот эта труба. Она туда выходит наверх. Ты хочешь сказать, что она пошла вверх вот туда? А да, да, да. Она идет в стену и через стену идет наверх. А, там в стене проходит да, даже да. На карточку, посмотри. Да. Есть, но я спрашиваю Наташу, куда она выходит? Обязательно. В середину и вверх. Обязательно, все это идет вверх. Да, да, это обязательно. Главное. Не нужно вентиляция была вот это все, чтобы... Нет, я нет. Я не так же много готовлю, но все равно готовлю. Угу. Богдан меня умеет готовить. Молодцы. Да. Здесь тоже, видите, модель с бассейном. Мы уже ходим здесь, ходим, столько времени ходим по этим моделям, уже кажется, что мы тут живем. Очень красивые эти столешницы, гранит. Гранит любой, конечно, вам дадут, выбирай, что хочешь. Ой, Света, а как тебе нравится ванна вот так вот сделана? Скажи. Ванна прям мне в душе. Не нравится мне, конечно, потому что я какую-то модель поставлю. Ну да, нет, но это тебе это не предлагает да. никто. Смотри, ванна прям в душе находится. Это посмотри. Как, конечно, смотрится. Значит, света обыгрывается. Вот это я бы дала внимание. Да. Я бы такое себе сделала. То есть ты даже не переживаешь, там набрызгала там где-то все в душе. Да, очень классно. Да, я бы такое хотела, чтобы да. ванна была и душ. А посмотри, какой гранит шикарный. Мне вот это нравится. Mm-hmm. И вот это прямое. Ты понимаешь, в леле, даже если вот увеличить, как Андрей, mm-hmm. а то не поставишь ванну все равно прямо. Ну, по-моему, я не знаю, можно спросить. Это надо по размеру, да. Можно спросить, может и можно. Если там увеличить. Но это надо увеличивать. Вот у Андрея, кстати, как раз вот такого размера душ. Просто тогда ванна. Можно ванну поставить? Ванну все можно. Внутри. Да. Тогда это есть смысл, да. Да. Если ты хочешь смысл. Mm-hmm. Да, да, Вин состоит. Да, это чересчур для Светы. Если бы нет Тони Е-майнес, то форт будет. Уже все сквозной. Да, да, там проход. Ты проходишь и оказываешься и опять главное, на кухне. И самое главное, что ссылки есть, да. Да, и ты опять на кухне. Yes. Блин, как я люблю все эти модели, это такая красота. Я говорю, у нас в Диленде, когда вот я привожу людей, да. у меня все я просто в шоке. А где еще комнаты? Какие тебе еще комнаты? Вон там. Я вас люблю, это такой этаж. Угу. А ванна в голове? Потеряли. Что? Если поставить кровать, будет, она где-то тут заканчивается только. Маленький проход, понимаешь? Ну, опять же, мы будем смотреть. Может быть, ты можешь что-то увеличить, потому что там же есть у них option, возможность поменять структуру дома. То есть есть такое. Так, ну хорошо, вторую комнату я увидела. Третья. Да. В начале, да? Да. Три спальни и один офис у вас. Второго этажа нет. Второй этаж есть у каждого дома. То есть где-то он сейчас просто в модели есть, а где-то нет. Но второй этаж можно. Если там, три ванны. Если там стоит тире между Square Foot, три значит ванны. Второй этаж есть. Да, три ванны. Так, выходим да. из вот этой модели. Я уже даже не помню, в какой мы модели, как она хоть называется-то, господи. Да. Как хоть называлась модель-то у нас это? Page. А мы в Page. Я хочу сказать, знаешь, какая хитрая у них политика еще да. ценовая. Чего? Если бы они делали вот так дом, как вот сейчас показывают, ага. он бы шел в цене, и многие, о, это дорого. А когда вот ты делаешь это, басик, такая цена ниже, а потом говорит, ты, человек нет. как-то уже согласен. Нет, ты знаешь, начинает, в Америке да, знают все, что такое басик, да? конечно. Ага. В Америке тогда знают все, что модели, они всегда красивее, чем ага. то, что они сразу говорят. А никто не скрывает. Наташа, ну я, знаешь, у меня есть клиент, который купили за когда-то за 350 тысяч, ага. не сейчас это. А, такая что подоконников нету. Я еще не обратила на подоконники, сейчас обращу внимание. Есть подоконники, да? Подоконников в Америке вообще почти не существует. То есть нет таких но подоконников. Мне это не нравится. Я вот не знаю, есть подоконники? Но... Что-то не обратила внимания. Если есть, то совсем вот такие вот узенькие.
То есть для, просто для отделки. Вообще подоконников. А мне надо, чтобы подоконник. Ну, ты не в Украине. Тут нет подоконников. Ну что, я видела своих клиентов. Совсем по-другому смотрится. Ну, тут не строится. Это не есть так слишком дорого подоконник. Ты можешь спросить, мы тебе, может, сделают. Я не знаю, можно спросить дизайнера, с каком месте. Юля, а что, Лейла там сзади, да? Да. Сейчас мы с тобой в Витни зайдем. Что-то пропустила подоконник. Вот Тейлор очень красивая тоже. Тейлор? Но она дорогая. Дорогая. Да, они все дорогие. Да. Они все очень дорогие. Так, вот это испанский стиль отделка. Да, это испанский стиль, вот да. Вот у них отделка, да? Да, да, да. Вот, видишь, такая отделка. Мне нравится. Короче, очень интересно смотреть, конечно. Ага. И, естественно... А эта крыша другая уже, да, Наташа? А? Другая крыша. Ну да, это другой стиль, другой... Вот это все, Наташа, да, другой там... elevation. Да, на большую стиль. Да. И вот Уитни очень красивые модели, я сейчас еще раз покажу вам все-таки. Уитни очень-очень дорогая модель, но в ней можно что-то взять для себя, какую-то отделку, какой-то дизайн. Для апгрейда. Да, я очень-очень люблю вообще вот эту вот модель. Да, и, знаешь, и вот двери, которые ты любишь, да, такие двери, да, ты хочешь? Да, мне очень нравится. Да, ты можешь. Это считается богатым. И, конечно, это такая шикарная модель. Пиано. Да. Наташа, вот это мне нравится, плитка. Да, ну плитку ты можешь выбрать, там у них все это есть. Да, вот у них, видите, кухня такая. Тут очень много рабочих столов. Здесь две раковины. Одна маленькая для мойки фруктов, допустим, да? И вторая большая для чего-то еще. И тут, вот, кстати, гранит как в ванной. Помнишь тут? Наблюдали. Ну, очень все очень, конечно, тоже красиво. Да, размер мне нравится. Да. Здесь продолжение кухни идет. И сюда вы идете, вы оказываетесь в столовой. Очень все удобно сделано. Здесь что у нас? Столовая. Столовая прям через кухню идет и все. Это крейзи говорит. Ну, это как спальня, прям вот да. Раскладушку ставь и спи. Ну, сказал, что Андрей Палец. Да, и вот, пожалуйста, там ящичек, где мы искали, откуда да. Это, чего падает. Комната здесь достаточно большая для да. Ландри. Очень большая для ландри, да. А ты коробку, собственно, как? На место лифта. Я. Сел, кнопку нашел, на ней. Конечно, здесь просто вот вторая кухня, правда. Очень много всего. Ой, смотрите, как классно. Пальчиком вот так провел. Пальчик я провел. Мы еще думаем два или три гаража на столу да? Машин, знаешь. Понятно. Как с этим не знаю пока. Да, очень симпатично. Света очень красиво, да? Вот это не дерево, это пластик, конечно. Думаю, да. Но из-за того, что это как новое, это... Да, да. Но Наташа на кучу может все поцарапаться. Маленькая. И только мимо. Такой вид шикарный. Да. Тоже, видишь, увеличенная комната, естественно, да? Ну, мне такой не комната нравится. Очень большая. Да. Вот и ванна здесь. Да, это для большой семьи. Видишь, как... Я только то уделила внимание, что ты сказала, и когда ты показала еще раз, где поставлена ванна. Вот ванна там увеличить, да? За счет этого можно только из вас ванна поставить. Здесь открываете дверь. И... Очень классно. Очень смотри, какая классная гардеробная. Это просто вообще тоже с айлендом. Да, очень здорово. Ну, этот дом стоит 700 тысяч basic. Только basic. То есть, если вы добавляете сюда что-то, у вас до миллиона выходит. Наташа, я увидела у американцев, которые сколько вещей, да. И уже не запихивают, просто так запихивают и на год. И не знаю, что делать дальше. И они не... меняют их вилку куда-то, а это все здоровье, потому что нужно обновлять вот это аура, то это очень проблемно. И для меня, я не считаю, что если в Украине у меня меньше было все и хватало, где что разместить, может чуть-чуть не хватало, то это все лишнее, это все деньги, потому что здесь в Америке все на деньги построено. Ну, конечно. И все ты считаешь каждый свой доллар. Угу. Я согласна во всем с Аленой Андреевной. Я уже много раз пересмотрела. И почему я сказала, хотела с вами позаботиться, что я увидела, что люди умные, имеют опыт,
вкусами. Да, и, да, да. А уже чисто там... Что Андрей было... сам еще дом построил же. Я видела. А да. Если еще вот что-то узнать и обсудить с ними, я всегда за то, что человек умничество подсказывал, я всегда за. То есть я критику очень люблю, потому что мне это помогает еще больше. Да, да. Я не на это не обижаюсь. Поэтому я вас смотрю, что они люди вот именно так подходят правильно. Видишь, двери. Это за счет того, что сэкономили, что двери ходят. Вот это я бы взяла на вооружение. Да. Ты же не открываются? Вот ну, я не знаю, это идет ли вообще, это просто модель сделана, или они это предлагают, я не знаю. Вот подоконники я смотрю, сейчас я смотрю. Вот, видишь, какие маленькие, вот это вот такие подоконники только, они не считаются даже подоконниками. У нас у клиента чуть-чуть шире, чуть-чуть. Ну, ну, вот такие. Ну, тогда ставят, ты цветы не будешь ставить. В Украине у вас, как у нас наверняка, где цветы стоят. У меня окнушка дойдет, да. Там, ну, я и говорю, таких, ширины, такой да. В Америке не но делают. Ну, я не буду цветы ставить. А у меня в России вообще был огромный подоконник, вот. хоть уроки поэтому учу. Поэтому я смотрю, даже, знаешь, что в двери Бася хоть как покажет, это когда же в дизайнерской студии, да? Вот это играет роль. Дверь играет роль, пол играет, плитка. Ну и, соответственно, ванна какая-то, как сказал Андрей, ванна и кухня – это основное. Я согласна. Да. Здесь, конечно, очень хорошо выигрывает этот постройщик за счет того, что он делает высокие потолки. Да, и светлое. Да? И светлое все, да. Свет, она у него именно такие пастельные спальни. Да, да, да. Все продумано, смотри. Свет дает, свет и, о, простор. Да. Плитка мне здесь нравится, потому что она светлая под мрамор. Это сейчас у нас в Ленине это модно. Многие переделывают свои вход прихожие, и цена подскакивает намного, вот, даже если маленький кусочек. Да. Ванна, а ты заметила, очень... что в Америке очень много деревянного? Все внутри деревянное. Что именно? Темное дерево. Прям. Темное я вообще не люблю. Да, ну вот в Америке очень много этого. И стены американцы сделают темные, темно-синие, да, темно-зеленые. Да, это да. Сужает комнату. Да. Это так давит, это просто... Делают. Я не понимаю их ни вкус, честно. Может, мы не догоняем чем-то, но не знаю. Я люблю светлые полы, которые не видно пыли. Она дает тоже простор. Смотри, сколько и здесь раковина, там раковина, здесь раковина. Я же, вот сколько знаю, рабочих люди столов. Люди даже, которые при деньгах и которые не пользуются, они не пользуются этим. Это просто все нужно мыть, убирать. Да, да, да. Это все деньги. У Светы клининг компания, она уже видит. Так, это убирать будет трудно, это хорошо убирать, она уже поэтому даже видит. Да. Но американцы этого немного ничего не понимают. И когда я подсказываю, вот я разговариваю с своим клиентом, почему я прихожу и рассказываю, что я делаю при регулярной уборке, что про диплинги, где что и как. Они слушают и видят, что я на самом деле вкладываю в их дом то, что нужно, чтобы они слышали, понимали, что я буду делать и как это будет делать. Ну, пойдемте в офис и посмотрим, что можно изменить в Лайле, да, вы хотите Лайлу посмотреть, и Николь, по-моему, да, вы какие модели хотите? Может быть, на завтра офис? И Мэдисон, да. Может быть, нам же ехать еще куда-то, может, на завтра оставим в офис? Нет, но мы сегодня сейчас не зайдем, у нас еще есть время. А, хорошо. Так, вечер у нас закончился. Света и Богдан пригласили нас в ресторан. Мы кушали в ресторане, в том же, где мы с Аленой и с Андреем кушали, где пицца. Ой, Винсент, bless you. Винсент идет с чемоданчиком. Мы делаем чек-ин. Hilton Garden Inn. Вот видите. И будем сегодня уже отдыхать. Находились. Винсент, are you tired? Yeah, I'm tired. Yeah. Очень мы устали. Вот такой вот у нас отель. Кстати, так интересно, что этот отель буквально через дорогу от того отеля, где мы остановились в прошлый раз. Просто вот окно в окно, можно сказать, они находятся. Но в этот раз мы решили в Хилтоне. Вот так. О, как шикардосик. Ну, Хилтон, он и есть Хилтон. Не приходится сомневаться, правда? Так. Винсент сейчас получит карточку. Хочу показать. У них здесь бассейн, кстати, разогретый. Горячая вода в бассейне. Можете купаться круглый год. До 10 часов открыт бассейн. Хочу посмотреть. А, карточку нам еще не дали, поэтому открыть, наверное, не смогу. Но все равно интересно. Да, карточку надо прикладывать, чтобы открыть. Ну ладно, так покажу. Ну вот, такой бассейн, там у них джакузи, я смотрю. Да. Показываю, потому что сюда больше мы не придем. Мы будем отдыхать, а завтра мы выезжаем. Поэтому хотела показать, что тут есть. Вот. Очень прохладно, классно, хорошо.
вот Винсенту карточки уже выдали. Where to go? Окей, let's go. Пойдемте посмотрим. Ну, естественно, 253. Естественно, это обычные комнаты, ничего хорошего, говорю. Ничего особенного мы тут не увидим, но просто пройдусь. Везде диванчики, всегда все любят диванчиков. Чем больше диванчиков, тем дороже отель. А вот и наш. Там открыт, с той стороны открыт ресторан, бар. У них барак, завтрак предлагается. За завтрак, она сказала, $14 с человека. Это очень дешево. Просто. Да. Second floor? Yeah, second floor. 253. Mm-hmm. Yep. Okay. Second floor. Окей. Ищем нашу комнату. 253 вот сюда. Ага. О, that's very close to elevator. Так, Винс сейчас откроет. И мы будем с вами заходить в комнату. Я всегда люблю зайти в комнату, посмотреть, что там есть. Ой! Ну что ж, очень прекрасно. Огромная кровать, как мы любим. Березки, как мы любим. О, эти как. Даже кофеварочка есть. Просто вот все, что тебе надо, и больше ничего не надо, как говорится. What do you think? Nice. Very nice room, yeah? Very nice, very big. Very big. Very nice. О, даже где есть погладить. Завтра поглажу рубашку свою белую. Ванна. Большая ванна с большим душем. Раковина. Все как надо. Будем отдыхать. Так что здесь у нас здесь даже есть холодильник. Если какой-то напиток взять, кофеечек. Все. Yeah, very nice. Мы, может, даже в барчик сходим, по коктейльчику выпьем. You wanna go to bar, drink some cocktail? You wanna go to bar right now? No. I just ask you if you want. Окей, девочки, мальчики, все. Спасибо вам за ваше время. О, вот так держу. Спасибо вам за ваше время, за то, что были с нами. Я вот такая лохматая. Ой. Завтра опять встречаемся. Завтра у меня собрание насчет Алены Андрея, там construction. И опять со Светой встречаемся. И с Богданом. Ну вот.